Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня получила такую посылочку от моего спонсора, украинской компании Biol. Посуда это. Сейчас распечатаем, посмотрим. Я понятия не имею. Знаю, что небольшой подарок для меня. Сейчас посмотрим вблизи. Коробочка такая симпатичная. Так, посмотрим, что там. Так, что пишут на коробочке? Биол. С антипригарным покрытием, литая сковорода, гриль. Понятно. Сковорода. Дальше. Блокнот. Ручка красивая. Блокнот я пишу, да. Рецепты записываю. Записываю, что мне надо. Еще один блокнотик. Тоже это очень мне надо. Ручка. Съемная. Это с антипригарным покрытием. Сковорода. Гриль. У меня такая есть чугунная, это еще будет такая. Немножко меньше она, может такой размер. Снимается ручка. Одевается. Эта сковорода весом, конечно, легче, чем чугунная. Но она с антипригарным покрытием, все нормально. Не будет ничего подгорать. Подарком я довольна. Каждому человеку приятно получать подарки. Тем более от спонсора своего. Сковорода гриль 26 сантиметров размер. Также пишется эко-покрытие. Написано безопасное двухслойное антипригарное покрытие. В общем, буду с удовольствием пользоваться этой сковородой гриль. И спасибо Биолу. Ссылку на продукцию компании Биол я оставлю под видео и промокод на скидки. Кстати, подписчики брали посуду, применяя промокод мой на скидку. И очень довольны. Так что до новых встреч. Всего вам доброго. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. Теперь протестируем эту сковородочку. Вот я имею 3 кусочка стейк. Филейная часть свинины. Положила на гриль сковороду. Я ее нагрела хорошо. Низ смазала растительным маслом слегка. Вот и положила на горячую эти стейки. И жарится у нас. Стейки я жарю на сильном огне, чтобы корочка хорошая появилась. К сковороде они совершенно не прилипают. Вот видите, двигаются хорошо. Я с одной стороны вот поджарила, перевернула на другую сторону. В общем, сковорода хорошо справляется, все отлично зажаривается.